шоке, вообще в шоке, блядь. Вот с того борту посмотрите, что там происходит. Может быть. Ужас. Гарик. Танки грязи не боятся. Через бревно. Вот оно выходит здесь. Держи его. Работаем. Вот посмотрите, вот рядом идут сейчас спасатели. Просто размер спасателя и рядышком размер ствола. Да, с учетом того, что парни-то тоже да. Не мелковаты, блин. Как вам такое деревце? Вот так и живем. Зачем они прутся сюда? Вот это непонятно. Сергей Альбертович, как вы думаете, зачем идут люди так далеко? Вот за этим богатством Сибири, за кедровым орехом. Очень полезная, здоровая еда. Но зачем теряться, до сих пор не понимаю. Так зачем так далеко? Он же и ближе есть. Есть, но чем дальше в лес, тем крупнее орехи. Люди так думают. На самом деле все не так. Это заблуждение, это большое заблуждение. На самом деле такой же орех, такие же точно грибы находятся гораздо ближе, далеко идти за ними не надо, запомните.